Остановись. Равняйся. Приказываю заступить охрану общественного порядка. Вместе с полицейскими дружинники патрулируют места, где особенно много людей. Маршрут, здание и территория ЖД вокзала. На разводе поставили задачу – рассказать населению о том, как не стать жертвой мошенников и как не допустить нарушения общественного порядка. Правила поведения на пассажирских платформах, как себя надо вести в железнодорожных путях. Ну, у нас запланирован еще ряд мероприятий по взаимодействию с этим общественным объединением для профилактики хищений, для пропаганды органов внутренних дел и повышения уровня доверия граждан к органам внутренних дел в общем. В микрорайонах Уссурийска активно работают общественники-правоохранители. С каждым годом их становится все больше. На сегодняшний день создано 12 дружин. Объединение «Железнодорожная слобода» – самое молодое, но уже активно пополняет свои ряды и строит планы на будущее. Я думаю, мы будем плодотворно сотрудничать с органами нашей администрации и власти и проводить какие-то конкурсы, какие-то мероприятия. И я думаю, это будет для граждан, чтобы они знали свою безопасность не только на железнодорожном транспорте, но и вообще в Уссурийском городском округе. Не делайте селфи никогда на железнодорожных вагонах. Хорошо? Потому что есть факты уже смертей от поражения электрическим током. Совместные рейды общественников и полиции будут проводиться ежемесячно. Какая дружина лучше, будут решать с помощью конкурсов. Проводит соревнования администрация Уссурийска. Виктория Калинина, Дарья Колотилина и Анатолий Молчанов. Телемикс.